Привет всем моим любителям видеоигр, с вами Бенджеро, и мы проходим прикольненькую такую адвечурку Dreamfall Chapters. И меня опять кинули куда-то далеко-далеко от сохранения. Ну, давайте тогда соберем эти листочки и пройдем. Это типа в предыдущих сериях. Я пришел к Национальному фронту, увидел бабу, которая разорвала приглашение, и собрал его. Да, это не круто, это совсем не круто. Да, мы с ней говорили вчера. О, третий листочек, отлично. Давайте соединим. Да. Соединим. Последний. Да и прочитаем его. Честь и человечность. Да. Давайте пройдем. Всех опять там обнюхаем, просмотрим. Особенно того чувака, у которого скрипят труханы. Привет! Давай! Человечность, что там, человечность, да. Вера и семья, брат. Вера и семья. Я не хочу слушать этого человека, потому что он меня подбешивает уже. Начинает. Так, изучить присутствующих на собрании. Да, видимо, нам надо дождаться, пока это собрание пройдет. И я думаю, я не буду вас мучить. И сразу пропущу вот этот момент, чтобы встретиться и уже нового человека убить. Блять. Сука. Куда идти? Джи, цели обновлены. Предатель, определить информатора о сзади на рынке старого города. Так. Так. Окей. Окей. All right. Мне бы знать еще куда идти. Мне бы знать еще кого искать. Мне бы знать. Ну, я вернусь к вам, если что. Привет, Лихо. Че, кого? Я? Я на встрече на Национальном фронте был. А что? Takes a traitor to find a traitor. Think you can point him out for us? I can. Go on then, before we lose him. Предатель. His breathing is heavy and wet. Ah, easy, pal. Чё я сделал? Я не того человека опознал. О, все понятно. А, так, там был мужчина-лекарь. Еще кто? У кого борода там измазана? Бля. А чё мне не высвечивает-то? А, вот, магический. А, стоп, нет. Нет. Одну секунду. Я не понял. Чё за хрень? Мне что, придется загрузиться, что ли? Эй, ребят, ну нет, ну это так не работает. Это так не работает, нет. Ладно, давайте тогда к Лихо подойдем. Чувак, ты где? Ты где? А? Лихо. Твою мать. Ладно, мне придется, наверное, загрузиться. Черт, заткнись, баба, заткнись. Я не понял, что он сказал. А соснового леса. Лавандового масла. Окей. Так. Покраснел его удари.
Так. Табаком. А это чё? Тяжело дышит и хрипит. А как мне узнать-то? Так, нет, этот магический. Стой, стой, женщина. А, тебе нельзя. Окей. Ты, ты. Так, нет, это, по-моему, вообще наши. Было бы прикольно, если бы я на нашего показал. Да чтоб тебя! Блять. Да ладно. Я настоящий солдат. Солдатен. Я настоящий солдатен. Так, теперь нам нужно... Вот хуй знает, куда нам нужно. Груз с оружием. Уничтожьте груз, а сзади в говоде у южных ворот. О, южные ворота. Южные ворота. Теперь нам бы найти эти южные ворота. Карта? Карта. Карта, карта, карта. Карта, карта. Карта, вот она. Южные ворота, южные ворота. А тут правильно север-юг? Так. Южные ворота. Это у нас Ди. Значит, нам... пройти... а прямо... так, стоп, назад на рынок и на... как? Направо, да? И я приду прямо к точке D. Назад на рынок и направо. Сюда, что ли? Должно быть, да. Направо я приду прямо к южным воротам. О, вроде как и да. А вроде как и нет. Я... while my veil is active, they cannot recognize me. Not unless I want them to, or I... да, вроде похоже на это. Сейчас проверим еще раз. Да-да-да, я у южных ворот. Теперь что бы мне сделать? Что мне нужно сделать? Уничтожить груз. Я помню, там что-то говорили про взрывчатку, что-то было. Бла-бла-бла. О, порох. О, как раз. Как раз. Как раз. Оп. Меня заметили. Меня заметили. Ясно, тут надо тихо себя вести. All right, all right, all right. Масло? Масло. Leviathan oil. They hunt the great beasts for this precious fluid. Так, нет, масла нам не нужно. Вообще, зачем оно? Нам нужно было подорвать стальные гвозди. Вот, вот гвозди бы как раз нам... да. Шикарно. Так, масло, гвозди и... и что еще? А вот хрен знает. Так, это у нас что? Металлические трубы? Металлические трубы? Нет, 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 нет. Нет, нам не надо. Что у нас может? Кремний. А, кремний. И ткань, что ли, какую-нибудь, чтобы там это все скрепить, чтобы взорвать? Нет? Типа кремния? Чтоб подорвать. А, нет, кремень есть, стальной гвоздь. Да, нам бы это как все собрать, не знаю. А, стоп. Да-да-да-да. Типа гвоздь там на кремень использовать, чтобы искра получилась. Главное, близко не подходить. Так. Так,
Так, что тут у нас? Мемы. Мем. Веревка. Да, веревка тоже понадобится. Теперь что? Собрать? Нет? А вот хрен знает что. Черт, а сзади? Эй, ты! Надеюсь, меня не отобрали ничего? Нет, не отобрали. Слава тебе, Господи. Так, прикрепить. Что сделать? Что сделать? Вот груз здесь, да, у нас? Нет? А, подождите, там бочка с маслом. Я помню, как... Да понял я. Сука, бесит, ну ничего. Сейчас мы его взорвем нахрен. Вот бочка с маслом, может веревку сюда укунуть? А, да, это типа фитиля будет. Так, вот солдат здесь. Поместить предмет. Давайте сюда. Потом веревку, да? Сюда. И быстрее, пока он... The flint can make no spark without steel. What are you doing here? Да чтоб тебя! Так, ладно, я... Когда здесь... Пойму, что делать надо. А, стоп. Ну вот это вот и надо сделать. Бежим отсюда! Бежим! Вот это взрыв. Ну, конечно, не как у Майкла Бэя, чтобы весь город подорвало, но тоже сойдет. Встретится сцену петух и котенок. Ху-ху, я ж недалеко отбежал. Пиздец. Так, петух и котенок. Это у нас что-то типа носа, да? Значит, это прямо. Нам идти... Да что такое? Нам идти надо прямо, прямо к петуху и котенку. И котенку. Да, вот оно. Так, вот мы и в таверне. И, господи, 51 FPS. После 20-то. Ебать. Это просто охуенно. Так, лихо. Где наш лихо? Ну, точно не рядом со стражниками. Привет. Вина, давай вина. A glass of iced wine, please. Iced wine. Wine and... Here's your merry menstruum, da. Your friend. He's upstairs. Friend? Yes, your friend. She's been waiting. Она? You don't keep Кто она? Шепард, меня Шепард ждет. Окей, пошли мутить Шепард. Так. Нет, это не Шепард. Анна или как ее? Я забыл, как ее зовут. Та, которая мне понравилась, короче, Каджитка. А, кто это? Рыженькая. Мне нравятся рыженьки. Окей. Ты кто? Старые друзья. Ну, это ясно. На себя. Блин, отгадал, а? Вообще вот. Просто вот. Вот так вот.
Так. Должно быть, это ошибка. Трактирщик явно перепутал. Эта женщина ищет не меня. Давайте, давайте, с любопытством. Я такой зверь. Так. Популярен, апостол. Каждый хочет урвать тебе кусочек. Да. Анна. What do you want from me, Anna? I like the emphasis. You're a clever boy. I want your assistance, but not right now. How did you? I just wanted a chance to introduce myself, and now meet me up sometime. You can find me at this table most evenings. If not, Olvik can pass a message. Big man behind the bar wears an apron with a cock, a rooster, and с петухом. Ну, знаете почему, да? Wait. How did you see through my veil? What? You shouldn't be able to recognize me on sight unless you know me intimately. Но мы же... I don't know what you're talking about. Be seeing you, Alvani. Странно. Очень странно. О, привет, привет, Лихо. Чё, кого, чувак? Как дела? Заждался тебя вообще. Блин, тут одна тёлка приходила, она мне что-то наплела, что-то такое. Она, и прикинь, она меня через вуаль увидела. Охуеть. Даров, чувак, даров. Давай обнимемся, брателла. Брателла? Брателла? That woman. Who was she? A mystery woman, huh? I don't know. I'm not a guy. I don't go looking at every woman who passes by. Блин, она такая няшка. Did you see a mystery woman? No. God, you need to get out more. Is this place safe for the two of you? What? Oh, you mean this. The face. The fur. This is a safe place. But a Zardi drink here. Olvik keeps it all under control. Also, magicals are still allowed passage in the city as long as they have valid passes and carry no weapons, visibly. You have passes. Что ты засмотрелся на нее? We shouldn't push our luck. It's time to go. Да, нам пора. Да чё ты как, братишку своего даже не обнимешь? А я тебе тут покушать принёс, братишка. Я тебе покушать принёс, вон там тарелочка стоит. And now you do. No. Не обосрался я, не обосрался. But you did well. Я справился. I won't kill you yet. Это ладно, это же дружеские шутки, ну ты чё? Да-да-да, так, цели обновлены, следуйте за Эну, надо запомнить это, Эну. Типа, Эну. А, 20 FPS. Господи, что эта игра так не оптимизирована-то, а? Я не могу так играть. Я чувствую себя как в No Man's Sky. Вы напоминаете про No Man's Sky мне. Да бля, ну чё ты, евнух что ли, ну... Лихие лохма! Эну, я б не отказался с тобой, Эну. Но у тебя уже есть парень, так что... Я Шепард буду. А, прикольная. Такая козочка. Не знаю, почему меня она тянет. И то, что я смотрел в свое время My Little Pony, это тоже не повлияло совсем. Так, стража. Passes. What are you doing out so late? Drinking. Passes. Just drinking. Next time go drinking inside the wall. We don't need your kind in our bars. Какие мы жестокие. Really, really don't. Goodbye.
Мне повезло. Dancing. У меня есть тень. Right then and there, it felt like an appropriate answer. Да ладно. Tell me again about this test. I expected you to run straight to your mistresses, Alvani. You may be of some. Чё заебись, туса, может куда-нибудь там ворвемся, не знаю. Давайте еще выпьем где-нибудь. Ребят, чё ж вы такие? Чё найти не хочет? И господи, чё с ней происходит, а? Тут же текстурки ебутся, модельки. Пиздец, блядь. Сука, называется, блядь, пиратку поиграл. Мне порой кажется то, что английская лицензия будет получше. Та. Не качайте пиратки. Засада! Засада! Так. Прям вот как предчувствовал, а? Сзади. Вау. Только не Эну. Только не Эну. В меня. То. А? 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 We need to keep moving. We don't know how many of them there are. Thanks for catching that arrow, Nico. It was just pure reflex, Azadi. Охуеть у него, блядь, рефлексы нахуй, стрелу поймал. Сука, я вообще сам ничего не понял, мне двигаться, не двигаться, что делать? I laughed. On the inside. You would have exploded. I don't think your body can handle laughter, Lego. А мне все больше нравится. Цели, прибыть на итоговое собрание. А чё, куда все бегут? Ребят, стойте. Нет, подождите. Эну, у тебя неплохой зад. Эну, стой. О, привет, Шепард. У тебя зад получше будет. Привет, моя любимая козочка. Чё, даже не поцелуемся? Печально. Я бы не отказался от таких рефлексов, ребят. He knows our location now. That won't be a problem. Maybe not for you, Liko, but it is a problem for me. We don't just execute our prisoners once we're done with them. How did the rest of your mission go? Alvani followed our instructions. He completed his task to our... Hey, whoa. Don't get all mushy on us now. I'm glad to see that the three of you can work together. While you were away, we received some news. Bob, who can see? Right you are, man. Боб, который видит. As most of you know, забейся на имечко. The first of the six has been due to arrive in Mercuria for weeks now. Well, she's arrived. Their cloud ship docked with the tower not an hour ago. And first is the Azadi's highest authority. Первая представительница вышла Азади. А мы засаду устроим сами, а? Этого так долго ждал. Битва. One General Hami. What did you say? Hami, General Utana, Utana Mother. I do. They're with the first. So word has it. How do you know this? Do you have eyes inside the tower? Not inside, no. On the ground, here. Some tell secrets for money or to protect their own secret. And some are unhappy with them. They run the city still. Word is, they are intimate. Oh, it's a capital crime. Well, that, with Saya ruling the church and Vamon the state. If anyone can, it will be General Hami and Mother Utana. You know them well, then. You knew they were coming, and you knew my history with them. That's why you. Naane, finally, what news from Miria? Naane. Liko, Shepard. The rebuilding progresses and... Alvani, you are on your feet again.
Предательница, что здесь делает эта ведьма? Должно быть, они не знают, кто она и что она наделала. Предательница, она предала повстанцев ради собственного спасения, а теперь вернулась. Да, кстати, она предала их. Я лучше вот скажу вот этого вот. Вот это вот. This witch betrayed you all. She is responsible for the attack on the Swamp City and for April Ryan's death. What? What are you talking about? I arrested her last year. She betrayed you to save her own skin. She gave me the location of the Swamp City, and she lured April there. Да, лучше это, наверное, сказать. Witch that April Ryan died. You're lying, Azadi. Нет, 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 все так и было. Forgive me, Liko. Liko, stop. Please, put your knife down. Do not harm her. Шепард, ты добра. And he turned on her. Let him prove his allegiance now. Go on, Alvani. Do what you do best. Нет, я не хочу её убивать. Нет, я реально не хочу её убивать, но она должна понести наказание. Там. Тюрьма хоть что, но убивать нет, убивать нельзя. You're not gonna kill her, then take her away. I don't wanna see her. I won't be able to stay my blade. Да, пусть она вот где-то вот там со своими мыслями там живет. Или зря я это все сделал. Я точно взял плохая концовка. Я буду гореть в лаве вечно. Моя душа будет гореть в лаве. Я это знаю. Так. He lost face tonight. He won't soon forget that. You should all get some sleep. It's been a long day. We will reconvene after breakfast tomorrow. Я потерял репутацию. Я не понял, кто репутацию потерял? Я? You knew they were coming. The general and the mother. That's why you sent Captain Bakin to Friar's Keep. That's why you freed me. Kian. Liko was right. You're using me. All those words about being a symbol, about being important. Ну, на самом деле ты важен, да, но для этой операции. You are a symbol. You are a warrior. And now you're a rebel. I knew they were coming, Utala and Hami. And I knew from our spies in Sardia that you were bound to them both. We saw an opportunity, and we sent Barkin to free you. You can see that we're desperate, Kian. Afraid, alone. Most humans have already given up, given in, become comfortable with this так. New world, with the Azadi. Many have forgotten about the magicals, or chosen to forget. They carry on their lives. Even if we cannot, we few are all that remains of the resistance. If we lose, all is lost. Our lives, our hopes, our entire future lost to darkness. Так. We'll do anything to save my people. Понимаю. Make terrible sacrifices, да. Tell lies, anything. А со мной в постель ляжешь, нет? So, yes. Я инструмент, ну ладно, 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 ладно. And you are a symbol, our secret weapon. It's been a long and tiring. We can continue our conversation. Все? Все. Опа, а это наши любовнички. Utana, it means nothing. The general was due back in the Northlands. What about the mother? She's rumored to be next in line for the seat. She wants to be involved. She was also the bleeding heart who practically raised Alvani. Я хочу убить этого чувака. Light. She could be a problem, but what can we do? Ну и эту бабу тоже убить. Make sure none of them know Kian is alive and with the resistance. Так, а это что за чувак? Кто из них старше по званию? Your presence here honors us.
А, это одна из шестерых, нет? This is an impressive edifice. It appears your work here has borne fruit. We believe so, mistress. We welcome you to Malkuria and the Northlands. Да, по-моему, это одна из шестерых, раз к ней так относится. Даже вот такие вот высокие чины. I'm pleased to see you as well. To have the both of you here is a great honor. Мать. Или она одна из шестерых. Неважно, неважно. Это вообще не важно. Мы их всех убьем. Да! We will speak of this and much more. For now, we have prepared dinner for all of you. I hope you will join me. Right. Well, I am starving. Иди, говна, наверное. General, I did not expect to see you back so soon. Neither did I. What's this I hear about Kian? Yes, what of the apostle? Какие обо мне слухи? It pains me to inform you that Alvane died in a riot. He was detained under penalty of death until your visit, mistress. Unfortunately, the rebels snuck their agents into the prison. They cut him down and burned him. Ха! Врунья! Врунья! With every respect to you and your seat, mother, Alvane was a traitor. He betrayed the cause and he... May I remind you, sister, that the apostle was never relieved of his title and should be addressed properly? And may I also remind you that without a proper trial and judgment by the first of the six, his so-called treason remains an accusation and nothing more. Правильно. Она мне начинает нравиться. No longer with us. We may never know the truth. But our people will not be told that the apostle was a traitor. Но теперь я уже предатель. Вообще это он во всем... Он во всем виноват. Он, этот говнюк. Он во всем виноват. Этого чувака я вообще не знаю. Может, я его где-то видел? В первом Dreamfall. Не в Chapters. Но тут текстурки подняли. The engineers are working day and night to connect the tubes. Даже вот эту бабу не узнал поначалу. Я просто запомнил тот балкончик, с которого я шпионил. Заебел. And when the prophet returns, he will inspect the engine before we switch it on. Have you not spoken with him? Not for many months, but he will be here when our goddess-given task is complete. Only he will know how to bring it to life. And to interpret the messages from the engine. Of course. Please, will the two of you accompany me to the dinner table? I'm sure the kitchen is worried the food will turn cold before we are seated. General? Commander? Until tomorrow, sister. Mother? My lady? Vamon, if you'll dine with me in my quarters? Of course, Mir. Mir? Tell me again what happened at the keep. Его Мир зовут. Глава четвертая. Сновидение. Сновидение. Зои? Чё, кого? А, она опять в труханах. Да почему ж 18... А, привет. Абнаксус. Но с ним мы поговорим. С ним мы поговорим в следующей серии. Да господи, стой на месте. Спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, да хары башку вертеть. Всего вам хорошего, ребят. Пока. Be first, don't trust anyone. One, one, one. Don't trust, stay strong.
Don't go wrong. Think twice. Think twice.